вот до этого позорного дня, когда мы проводим свой митинг в окружении полиции автозаков. Запрет всегда ведет к конфликту. Я им не верю. Не верю. Траурная дата в истории нашего многострадального крымско-татарского народа. 70-летняя дата со дня депортации моего народа со своей исторической родины, с полуострова Крыма. Люди собрались для того, чтобы воздать молитву Всевышнему умерших от голода, от холода, в изгнании, пути следования, репрессии нашего народа, читать траурный молебень по этому поводу. The Tatars are a Muslim Turkic-speaking people who ruled Crimea for 3 centuries before being absorbed by the Russian Empire in the 18th century. In World War II, the Tatars in Crimea were accused of collaborating with the Nazis and exiled from their homeland by Stalin in 1944. Within just 3 days, 200,000 Tatars were forcibly deported in one of history's most severe and efficient incidents of ethnic cleansing. After spending 50 years in exile in the barren plains of Uzbekistan and the icy Ural Mountains in central Russia, the Tatars returned to their homeland in Crimea at the collapse of the Soviet Union. Now that Crimea has been annexed by Russia, many wonder what their future might hold and fear that history could repeat itself. Но мы на родине, мы на земле. Мне сегодня, если в Узбекистане нет, нам говорили, езжай свой Крым на родину. Здесь мне никто не может сказать, куда-то ехать. Я у себя на своей земле твердо стою, понимаете? И если мне кто-то, любой националист, скажет что-то, так я его не восприму, а ему скажу, а ты тоже езжай, ты откуда приехал. Всего лишь на себя. Долгое время занимался национальным движением в Узбекистане. Приехал здесь, сюда, здесь тоже. Был председателем Меджлиса долгое время. Патриот своей родины. Я так себя считаю. Ну вот, теперь под дулами автоматов нас что сделали? Сделали россиянами. Разве можно силой заставить кого-то любить? Нет, нельзя заставить, мне кажется. То есть у большинства населения крымско-татарского есть некая историческая память, которая определяет негативное отношение к России вообще. Значит, 3 числа мой брат был похищен с площади Ленина в Симферополе. Если бы я знала, что муж пойдет в стоячий протест на площадь Ленина, естественно, я бы ему запретила. Просто я вам покажу там, чтобы вы быстрее находили. Угу. Смотрите, ну, вот стоит мой брат, который был похищен в этот день. Как видите, он стоит за дружинниками, вот, дружинники, перед российским солдатом. Да, а вот тут видно, как его сажают. Сажают в машину, «Шевроле», влачить. Машина уезжает. Ну и все эти дни до момента, когда был найден его труп, мы пытались выяснить, куда же его вывели. Сама не своя была. Они говорят, это еще не точно. Ты должна поехать завтра утром в морг на опознание. Да, я поехала туда. Сразу его узнала. Это был мой муж.
значит, справки, которая была дана о причине смерти, было указано, что он убит ножом в глаз. Да, труп был найден голым, с наручниками на руках. Я не знаю, но я вот эту историю со скотчем видел очень много. Многим людям перевязывают глаза скотчем. Это какой-то почерк спецслужб. Every year, the Tatar community in Crimea commemorate the anniversary of their deportation. This year, it was the 70th anniversary of their exile, and on the eve of the commemoration, the Tatars held a vigil in memory of those they lost. The following day, the Tatars had planned a remembrance rally in the center of Simferopol, but the new Russian administration had banned all forms of protest. The Tatars had to decide whether to cancel their march or protest and face the consequences. The next morning, Lenin Square, the traditional venue for the commemoration, was completely empty. The Tatars had instead taken to the streets to protest under the watchful and intimidating eye of the Russian security forces. Они хотят, чтобы мы на площадь не попали. Они нам запрещают вообще проводить траурные митинги. Коротко, если говоря, каждый год проводили, все мирно было, а они боятся каких-то провокаций с нашей стороны. Но с нашей стороны мы уже сколько лет проводим, никаких провокаций не было. Вот они сейчас сами устраивают эту провокацию. Они хотят, чтобы мы делали то, что они хотят. Чтобы не проводили, не помнили погибших, не поминали депортацию. Мы все мусульмане, мы все готовы отдать свою жизнь за нашу родину, за нашу нацию, за нашу веру. Не надо сильно так выкрикивать все наши тикбиры. Мы все спокойно, мирным путем добираемся на место нашего назначения, тихо, мирно возвращаемся домой. Обещали, что Путин 18 мая как реабилитирует народ, вот он реабилитировал. Они опять свою точку позиции, которую десятилетиями показывали, и сегодня еще раз показали. Такому партнеру верить нельзя. Başka durumda meydanda geçirecek edin. Nasıl benim anam 11 yaşında kızcık aynı biz de bizim ballarımız da bizim torunlarımız da 18 Mayıs 2014'ünü katılacak ve ona göre olarak kıymet geçecek. Saygılı vatandaşlar, hepimiz bilesiniz ki ne sebepten bu gelişmeler geldi, kim getirdi ve daha neler olabilir? Varsa korkacaklar, sonur getirecek. Doğru yol demesi, camilerimizi diklemesi ve camilerimize namazlarımızı yapması. Doğru yol demesi, vatandan birisi bir tarafa gitmemesi. Hepsi bu Kırım. Böyle geldi, böyle bugün ve böyle olacak.